Друзья, всем привет! Сегодня со мной произошла немножко неприятная ситуация, и с другой стороны интересная. Меня не разбудила проводница вагона из-за места Вологды. Я оказался в городе Буй. В Вологде я должен был быть прибытием в 3:14, а сейчас время 5:20 утра. Я приехал в город Буй. Сейчас мне нужно выбираться обратно, потому что завтра я даю концерт в Котласском районе Архангельской области. Конечно, хочется сказать, что ехал я поездом, который идет сообщением Санкт-Петербург-Киров, Кировская бригада. Вот так вот землячки меня подвели. И в итоге, вместо того, чтобы я сейчас спокойно спал в хостеле, который находится в городе Вологда, я поеду сейчас обратно через 2 часа пригородной электричкой в город Вологда. Вот так вот бывает тоже в марте. Ботинок одел пассажира другой за место своего, оставив мне свой ботинок, левый и правый мой ботинок. А сегодня, в сентябре, я проехал в Буй, а не в Вологду. Всем удачи, и пусть с вами никогда не происходят такие события.